Це вже третє за останній час зібрання жителів Олександрівського району. На порядку денному – одне питання – як зламати бюрократичну систему і отримати обіцяні паї. Землю, що по суті залишилася безхазяїною після ліквідації підсобного сільськогосподарського підприємства, на незрозумілих для людей підставах замість 675 трудівників сільського господарства отримали лише 3 особи, та ще й втричі більшим обсягом. Всі жителі підсобного господарства, які неоднократно, у нас есть документальные подтверждения, я как председатель профсоюзного комитета, мы обращались к Ефиму Леонидовичу Звягильскому, обращались к президенту Украины, в Совет министров о распаевке земли, когда еще до этого вопроса. И нам везде отвечали сначала с надеждой, сначала потом поздно, законодательственные подходы. Но основная причина была в том, что Ефим Леонидович Звягильский был не согласен на распаевку земли, так как выгоднее, когда оно все целое и ни от кого независимое. Поэтому люди остались без распаевки. А потом, когда была передана в сельский совет земля от Ефима Леонидовича Звягильского, было обещано, и КЗТС Машинин представители присутствовали, мы собирали людей, полный клуб, было обещано, что КЗТС Машинин забирает остальную, а на 1500 земли мы определились там критерии работников хозяйства и бывших работников, кто участвовал, пенсионеры хозяйства. Февраль месяц нам пообещали по 2 гектара земли для ОСГ. Мы трое суток колотились все, понаписывали и отправили это все дело Алтуниной, и она начала заниматься. 3 недели назад я узнаю, что землю мы не получаем. Наше действие началось. В СБУ поехали, все за нас. Там инициативная группа создалась, все за нас. Проходит неделька, СБУ занимая нейтралитет. То есть объясняю, что ребята нас лишают земли, то есть тех, что сейчас обрабатывают, на законном основании. Где отказ, чтобы о невыделении земли изначально обещанную людям, собрали 700 человек людей, составили договора, подписали кучу бумаг, передавилися, все это пережили люди, все оформили, все пообещали, все забрали КЗТС Машинин, нема ничего в нас, никаких документов, никаких этих. Поэтому я считаю, что ставить вопрос, что нам незаконно, что нам, что тем законно выделили, это неправильно. Во-первых, это акцент надо делать на том, что это коррупционные действия сейчас, кого деньги, то и прав. Вот. А во-вторых, нам письменно отказа о том, по какой причине нам не выделили, у нас немає. 12 человек уже не дожили з того списка, що ми оформляли. Після змін законодавства земельними питаннями району наразі опікується головне управління Держземагентства у Донецькій області, яке видало відповідні накази про виділення більше 4,5 тисяч гектарів рілі трьом фермерам – громадянам Кричину, Куріному та Перцю, які, як зазначають представники ініціативної групи, афілійоване товариству КЗТС «Машинінг». На якій підставі було відмовлено у виділенні землі мешканцям сіл, які частину свого життя віддали ліквідованому підприємству і мали першочергове право, офіційно обґрунтовано не було. КЗТС «Машинин» – тут не секрет, що ви тоді розкривати? Вони купили всі сараї, всі такі, ну, всі мастерські, все купили. На основанні. Ну, тише ви. Боже мій! От вони купили, вони купили з расчетом, що буде їхня земля. Це хазяйство, яке обрабатує землю, допустим, нормально буде платити налоги. Я нічого не сказав. Чтобы они зарекомендовали себе, с плохой стороны, это нормальное хозяйство. Здесь никаких возражений нет. Мы получаем, допустим, 1500 мы распаевываем земли, ну, по ОСГ, утверждали списки все. Мы здесь уже выступали, был полный зал, все вы соглашались, что мы 1500 гектар раздаем под особисто селянское господарство, 3000 они забирают, платят налоги в сельский совет, и наши, и, как говорится, и овцы целые, и ну, потом, когда проходит время, уже они приходят ко мне, уже землю не обрабатывают. Чтобы узаконить свою обрабатываемую землю, они уже заключают договор на 7 человек приносит бумаги. Я их не подписываю, потому что я не имею права распоряжаться землей. Землей распоряжается, да, все областное земельное агентство.
Сейчас приходит опять время, что оформляется эта земля на трех фермах. Но у нас это дело, ни у меня никто, я ни одной подписи нигде не ставил проекта, хотя я должен был, какие-то согласования. Никого не спросили, я не знаю, может быть в районе где-то согласовано, но район согласован. Но у меня ни на одном проекте нет никаких согласований. То есть если местный совет, наша громада, или я в вашем лице, нас просто проигнорировали. На цей раз опоненти участь у зібранні вирішили не приймати. Зі свого боку, деякі законодавчі роз'яснення зробила представник районного земельного агентства. Були накази на цих трьох чоловік, які тільки що фамілії, які прозвучали. Да, ну, слышу, полічу. І дійсно існують прикази обласного управління о даче розрішення на розробку проєкту відводу. Три проекта этим трем гражданам. Проекты согласованы, участки порегистрированы, и эти земли переданы в аренду этим трем гражданам. Ну, чего это? Кто решал это? Наказами Держзамагентства переданы земельные участки в аренду. Оценка, да, действительно оценка нормативно-денежная, от которой устанавливается размер арендной платы за пользование этими земельными участками. В данный момент она разработана, но не утверждена, как того требует законодательство, решением районного совета. 49 лет. На 49 лет, правильно? На 49 лет. Мешканці сіл Олександрівка, Красноармійське, Троїцьке та Октябрське Олександрівської сільської ради Слов'янського району відчувають себе ошуканими, тому налаштовані рішуче. Вони мають намір йти до кінця, аби відстояти своє право на отримання 2 гектарів землі для особистого селянського господарства. Серед радикальних кроків – блокування сесії Слов'янської районної ради та перекриття залізничної дороги. На їхній стороні закон, тому що в них гроші. Но я повторяю, на нашей стороне правда. И я сейчас вас призываю за эту правду бороться. Нанять квалифицированного юриста. Правильно. Если дело правое, и оно стоит резона свеч, это правда. Найдем. Громада даст тут ног. Деньги найдем. И тогда будем разговаривать уже там. 2-6 гектара и тому далее подобное. Если это дело стоит свеч. У нас всего 2 дня, чтобы вы хотели знать. И собираться будем не раз в месяц, а через каждый день. А через каждый день, потому что следующая сессия вот будет 26-го вроде бы. Если они утверждают оценку земли, все, судись, не судись. Мы собираемся с коллективом, едем на сессию. А то, что 5 человек поедет на сессию, ничего. Нет, на сессию надо, чтобы поехало минимум 100 человек. То есть, второе предложение – блокировать сессию. Записываем. Предложение весной блокировать работу машининга. Записываем. Так, если не выполнять наши указы, брать и блокировать железную дорогу. Но перед тем, как блокировать, мы должны всех уведомить, что мы будем блокировать ее. Обстановка очень напряженная. В это военное время. Обстановка, ну как, люди... Изначально старались поверить, что власти, что мы идем к новому, что ну, что-то новое, вот землю дадут, вот справедливость восторжествовала. А теперь все ж наоборот, что как была коррупция, как было, что сильные мира сего имеют все права и все это самое. И так оно же осталось, ничего ж не поменялось, за что боролись, за что сейчас гибнут люди, солдаты, за что мы, что мы защищаем. Что мы защищаем? Вот этих олигархов, вот этих, что хотят себе к землю прибрать. Почему людям нельзя дать, остальное забирайте, кто хотите. Готовы бороться до конца, не только инициативная группа, и вы сами слышали, что поддерживают и жители, и поедут, и это. Потому что хочется верить, что справедливость есть.